преодолев примерно за полчаса примерно километр по бушующему морю, я наконец-то достиг того места, которое планировал изначально. Это остров Сидоров и так называемый рыбацкий замок. Тут вроде бы ничего не изменилось, по-прежнему лежат доски с гвоздями. И вот на их месте я собираюсь благоустроить площадку для палатки. Тут вот уже часть пола замощена. Нужно добавить еще несколько досок, и вполне поместится палатка. Ну и остальные доски с гвоздями убрать, чтобы они не представляли опасности.
Тут ванная с чистой морской водой. Тут можно принять ванную, подождать, когда они прогреются, если погода будет такая же солнечная, как сегодня, и ветра не будет. Так, здесь у меня будет кухня. Это, наверное, сейчас самый тихий угол этой стоянки. Нормально. Так, за водичкой нужно сходить. Тут вокруг полно ванн со свежей дождевой водой, вчерашней. Но моя вода лучше. Она прямо из байдарки. Она не успела настояться на торфе и там прочих растительных остатках. Вот как она закончится, тогда я уже выберу лужу, ванну почище, посветлее и принесу запас. Это вот у меня такой местный водопровод. Так, сегодня у меня на обед супчик. Сварю. Супчика, правда, маловато осталось. Да, надо будет посчитать. Осталось всего-навсего 2 недели похода, включая сегодняшний день. Потому что билеты у меня на 15 августа вечер. Надо наколоть лучинок, а то я уже запарился их ножом-то строгать. Сразу вперед на несколько дней. Сколько я здесь простою, неизвестно. Ну, по моим расчетам максимум неделю. Так что вот можно на неделю рассчитывать. Да, опасно. Так, проверим, насколько здесь тихое место. Берестой то сдувает ветер. Огонь. Да. Не настолько, что оно это место и тихое.
несмотря на все заслоны, ветер дует откуда хочет и куда ему заблагорассудится. Ну, все равно хорошо, комфортно. Так. Ну, ветер-то в другую сторону дует. Я защищал от того ветра с той стороны, а он в обратную сторону. Не поймешь его. Так, места порезать надо. Ребрышки с хрящом. Вот осталось так. Ага, видно, вот так вот. Осталось вот такого места, вот всего чуть-чуть. А впереди еще 2 недели. Ну, там есть еще 3 штуки сервела. Это солями. Так что по 1 штуке на неделю, плюс вот это, еще там даже в поезд должно остаться. В поезде тоже нужно что-то есть. А как показывает опыт, купить дорогу не всегда получается. Сейчас поезда стали ходить, как-то странно, ночью идут. Почти всю Карелию проходят ночью, так что ничего не купишь. Даже на платформе. Раньше в Медвежьегорске можно было купить. Еще там где-то что-то. А сейчас нет, в это время поезд идет ночью. И вот сыр осталось у меня. Половинка вот этого, и еще там один. Не знаю, в каком он уже состоянии. Ну, тоже так. На 2 недели. Наверное, не удастся его растянуть. Так. Вот дождевая вода из байдарки откипела, положенная 10 минут. Так что теперь можно пить чай и заваривать суп. Так, что-то для супа воды маловато. Придется добавлять. Ладно, сейчас я сначала его растворю. Вот, зато после похода целый год не будет хотеться супа из пакета. Ну, очень не будет хотеться. Даже если он лежит на самом виду. И так и просит, съешь меня, то срок годности закончится. А вот не хочется его есть. Так. Ну, в общем-то, суп нормальный, только он будет солоноватый. Что не буду пока добавлять. Если что, съем более соленый. Так. Утилизация пакетиков печкой.